Новости экономики. За последние 11 лет Курская область укрепила свои позиции практически по всем социально-экономическим показателям. Об этом говорит доклад Министерства регионального развития России. Данные неполного 2011 года. По социально-экономическому положению, по уровню развития реального сектора экономики, доходов и занятости населения, Курская область находится в группе регионов с показателями лучше среднероссийских. А по темпам роста, прибыли и денежных доходов мы в числе лидеров. Есть положительная динамика и по показателям уровня жизни населения. Итоги первого полугодия 2011 года. В рейтинге 83 субъектов Российской Федерации наш регион занимает 25 место по качеству жизни населения, поднявшись с 56-го в 2008 и с 40-го в 2010 году. Среди регионов ЦФО по этому показателю у нас 8 место. Уже несколько лет администрация области устанавливает целевые показатели уровня оплаты труда во внебюджетных организациях. Это дает свои результаты. За 9 месяцев 2011-го среднемесячная зарплата выросла на 14,6% и составила 15 500 рублей, что удерживает наш регион на первом месте по темпам роста среди субъектов ЦФО. На ряде ведущих курских предприятий средняя заработная плата колеблется от 15 до 40 тысяч рублей. Что касается бюджетников, то с декабря 2010 года их зарплата повышалась трижды. С 1 сентября на 30% увеличился фонд оплаты труда учителей. Такое же повышение предусмотрено для работников дошкольных учреждений. Улучшается и демографическая ситуация. Продолжаются выплаты ежемесячного пособия при рождении второго, третьего и последующих малышей. Многодетные и малоимущие семьи также получают пособие. За 8 месяцев 2011-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года родилось на 114 человек больше. Умерло на 932 человека меньше. Естественная убыль населения сократилась на 1046 человек. Стало больше на 62 официально зарегистрированных семьи. Кроме того, Курская область занимает первое место среди регионов ЦФО по динамике рождаемости. Что касается бюджета, то важной его частью является социальная направленность. Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в 2011 году составляет 62,5%. Приоритетное финансирование социальной сферы позволило решить ряд важнейших задач. Многое сделано для улучшения инвестиционного климата в регионе. За 11 лет в экономику и социальную сферу области направлено свыше 400 миллиардов рублей. По сравнению с 2000 годом объем инвестиций возрос более чем в 3 раза. Существенные шаги сделаны в развитии промышленного и аграрного комплексов. За 11 лет индекс промышленного производства вырос в 1,4 раза. Производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось до 50 миллиардов рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства вырос почти в 1,5 раза. Объем строительных работ за 11 лет увеличился в 2,8 раза. Сделан значительный рывок в газификации, жилищном и дорожном строительстве. Более 10 миллиардов рублей было направлено на газификацию. За 11 лет было построено 3,6 миллионов квадратных метров жилья.